Во всех фитнес-пабликах и сообществах только и говорят, что о здоровье суставов. Вселенная нас услышала. Пора бесконечных приседаний и скручиваний на пресс прошла. Людей все больше беспокоит не только отражение в зеркале, но и состояние всех систем и механизмов. Поэтому сегодня мы с вами будем работать с нашими тазобедренными суставами. Занимаем исходное положение. Остаемся на опорной ноге, на коленке. Вторая нога у нас отведена в сторону. В этом положении мы с вами будем опускаться вниз до комфортного растяжения. Если вы чувствуете дискомфорт в тазобедренных суставах, здесь есть смысл отвести таз немножечко назад. Из этого положения мы вырастаем наверх и доворачиваемся вперед, немного закрывая бедро, затягивая бедро. Старайтесь удержать колено в прямом положении, если это невозможно. Не будет ошибка, если оно немножко согнется. Закрылись. В исходное положение. Снова опускаемся вниз. Наверх. Дальше опускаемся в нижнюю точку. В нижнем положении остаемся. Руки можно поставить на пол, либо, опять же, на какую-то возвышенность. Корпус у вас здесь опускается вперед, таз тянется назад. Совершаем движение назад и вперед. Здесь важно не горбиться и не стремиться сесть на пятку, сколько вытянуться за тазом в сторону пятки и вернуться в исходное положение. Еще раз вытянуться назад за тазом и вернуться. В этом положении также можно задержаться, если чувствуете приятное растяжение внутренней поверхности бедра, и в целом находиться в этом положении вам комфортно. И последнее положение. Мы с вами остаемся сидеть на пятке, вторую ногу выпрямляем, руки также оставляем перед собой. И мы будем делать проворот в тазобедренном суставе. Колено смотрит вперед вдоль пола и разворачиваемся. Колено смотрит наверх. И движение совершаем в тазобедренном суставе прямой ноги. Вперед и наверх. Оставляем ногу прямой. Колено можно также оставить смотрящим в потолок. Опускаем корпус вниз. Стараемся выпрямить спину. Можно опуститься прямо на локти, также на пол, либо на возвышенность. И в этом положении задержаться секунд на 30. Здесь вы будете чувствовать также приятное растяжение бедер и внутренней поверхности. Работа с тазобедренными суставами улучшит кровообращение ног и также снизит отечность.